Приветствую вас на видеоверсии сайта военноедело.com. Путин отказался отдать военные частоты для 5G. Частоты, которые операторы просят выделить для развития российских сетей связи 5G, останутся за военными. Точку в этом вопросе поставил президент России Владимир Путин. Глава государства принял позицию Совета нацбезопасности, члены которого считают, что одновременное использование одних и тех же частот для Минобороны, Роскосмоса и сотовой связи просто невозможно. Согласен. Такую резолюцию наложил президент на решение российского совбеза. Отметим, что сети 5G являются сетями пятого поколения и способны передавать данные со скоростью 1 гигабит в секунду. На этом пока все. Следите за свежими новостями на сайте военноедело.com.